Всем привет, друзья, это я Семен. И сегодня мы будем играть игру электрички. Здесь есть такая SR3 зеленая. Такая R2 или R1. Ну, такие R200. Такой вот раскраса. Какой-то еще там, не помню, D1. Это, по-моему, украинская, если не ошибаюсь. Ладно, пофиг. Мы первую миссию выполняем. Я сейчас второй дубль записывал, потому что когда я сейчас записывал, я вообще одну станцию пропустил, у меня, короче. Да, ой. Надо. Ну вот камера. Обожаю так делать. Ну, я газую еще. Я здесь уже 7 миссий проходил, даже степ 80, и катался просто так. Это в марте, по-моему, было. В марте или октябре, я не помню, где-то вот таких. Я подумал, это D1. Это РК оказалось. Я переезд. Ладно. Принимаем экстренное торможение. Погони. Не обратите на меня такого внимания, что я люблю так делать. Так. Подаем сигнал. Едем дальше. Сюда опять включу. Ага, еще под... Так, прибываем на станцию. Дальше. Так, мне больше как-то. Сколько нам там станций? Надо будет проехать. Я только сейчас офигел. Ладно, не сдохнем же. Обожаю R2, особенно круглые. Так, сейчас даже еще избавим скорость. Все, откроем дверь. Нет, еще откроем. Так, ускоряемся. А нафиг я здесь вообще тупики ставить, даже если, по-моему, даже в L10 здесь не поместится. Ну и даже в L80. Хотя, В80. В L1 даже сюда же тоже не вместится. Может, Т3 тоже не вместится. Ну вот, здесь у нас одни секционные есть. Я забыл. Ну, маневровый тепловоз тоже, ну, здесь точно входит. Ну, войдут. Я под... Не знаю. Так, погудели. Так.
Я уже разбавляю скорость, потому что скоро будет станция. Так, входим вот так вот. Так, дальше. Ну да блин, сколько они может быть? Теперь я погудел. Я сейчас, наверное, серию закончу и потом запишу еще ролик. Так, не обращайте на это внимания. Так, чуть на сбавь скорость, уже под 50-ку едем. Во, нифига себе. Еще одна станция. А, ну не знаю. Принял экстренное торможение. Да, сейчас... Вот эта станция будет? Нет. Она будет погодить сейчас. А, все, надо уже убавлять скорость. Потому что... должна уже впереди быть станция. По-моему, по счету. Я не буду с ней в банке играть. Ха. Сирана, позови поиграть, мама, кушать нам приготовить. Сейчас я доигрываю. Мне подойди с ним поиграть. Мячик попинайте. Угу. Не мячик, где мячик? Всем пока, короче.